Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Так, заберем свои ежедневные награды. Это 30 рун за 10 день. Дальше откроем пак. Обязательно. Так, монетки Одина. И здесь громобой, древоруб, крылатый ужас. Немножко ресурсов. Я думаю, что надо сразу же рекламный глянуть заодно. Так, монеточки. Ну, а дальше у нас шипорез. Ужасное чудовище, шепот смерти. Ну и... Ага, железо все-таки, да? Ну, спасибо. Одно железо мы с тобой нашли. Кстати, мы можем отправить... Подожди-ка, может быть, нам лучше его обучить? Рискнуть все-таки, а? Давай, поехали. Пускай ветрокрыл летит на обучение. Так, ну а здесь фортуна, удача или нет? Конечно же, нет. Так быстро они не прокачиваются даже. И думать об этом забудь. Пускай летит тренироваться. Так, ну тебя, естественно, за древесиной. Что ты тут уставился, Громль? Лети за древесиной. Так, а у меня... А, у меня дровница уже переполнена. Все, я понял. Понял, извини. Лети, добывай. Так, ну что, надо нам глянуть здесь. Так, сарделечка, что ты там нам принесла? Руны, да? Руны. Окей. Так, отпор. Давай, бесплатно делай там отпор. Так, барсик. Барсик нам достает. Ага. Ну, тут понятное дело, наверное, шестеренка, скорее всего, нам здесь выпадет. Нет, все-таки выпадают нам руны. 12 штук. Ну, спасибо. Так, ну сразу тогда отправим его в дальнейшее приключение. Вот драконий край пускай летит. Так, кривоклык. Ну, что-то нам здесь, да, шестеренки, наверное, как всегда. Ты на шестеренке, я смотрю, не особо, как говорится, жаден. Да ладно, опять руна, шикарно, ребят. 10 руночек, ну и опять же мы его отправляем в приключение за... Тут можно, конечно, лагерь охотников. Но мы с тобой купим руны, поэтому не будем их тратить. Так, а здесь, наверное, пак все-таки, да, выдали. Ну что же, окей, пускай дальше летит. Бесплатно. Здесь все. Так, что у нас тут на корабле? Обмен. И все, пока больше нам здесь ничего не надо. Угу. Так, с древесиной у нас... Ну, у нас все завалено и древесиной, да, я смотрю. Так, эти у нас получают уровни. Пускай летит дальше на прокачку. А ты чего стоишь? Шипотень. Давай тоже лети и прокачивайся. А это кто такой маленький, я еще не могу понять. Некромномадон. Некромномадон. Странно, откуда он у меня взял, что-то не помню его. Так, зеленая смерть тут стоит, выжидает, да? Выжидает, когда я ее отправлю на задание дальнейшее. Давай, иди там, ищи в жерле вулкана. Чего там хочешь найти, не знаю, правда. Угу. Так, пускай что древесина. Подожди-ка, а кто же у нас? Ага, вот, вот, я же говорю, что должен быть кто-то еще. Ну давай, прокачивайся, в конце концов, ты уже... Нет. Шиш там, он сказал, не буду и все. Ну и лети. Блин, там уже занято святилище. Ну тогда, чтобы он не простаивал, пускай летит у нас за рыбой. Что, у нас прям вот все под завязку забито. Это, кстати, очень редко, когда все под завязку забито. И даже некуда и не на что потратить. Я даже немножко в шоке, как это так вообще произошло у нас. Так, здесь у нас пак созревший, да, есть. Мы его забираем. Чудовище, плестиголов, ужас, прихвостень. Пускай следующий будет у нас на открытие ставиться. Здесь мы заберем с тобой. Ага. Блестящий янтарь, только одна штука. Еще, да, на одну есть. Предположим. Так, ну а здесь у нас тусклый янтарь. 50 листочков. И еще 100 листочков. Ну, вот это вот, я понимаю, это неплохо. Отправьте одного дракона на добычу железа. Кстати, вот, по поводу добычи железа. Кто у меня тут хочет пойти? По-моему, ты, да? Я знаю, что ты хочешь пойти. Лети. 2 единицы железа за 450. Подожди, вернуть? А, нет, нет, пускай летит. Все, пускай летит.
Вроде бы и все пока, да? Ну, можно собрать рыбу, если где-то есть. Кто у нас там по рыбам спец? Здесь забрали. Вроде бы как все. Остальное у нас остается древесина, да, получается? Ладно. Так, и здесь еще какое-то задание выполнено. Ага, надо бы еще железо. Так, ну что, друзья мои, мы с вами идем сегодня на событие, которое называется «Выживание». Хитрые против стремительных будут доступны через 3,5 часа. Так, оно коротенькое у нас, но мы знаем, по-моему, там по 6 волн. Охотники заняли позиции по всему архипелагу. Ударим по ним и нарушим все планы. Вот такую вот идею предложил Икинг. То есть 6 волн, как мы помним. Начинается все с простенького, а заканчивается все очень даже сложно. Ну что же, давай будем давать, пытаться, по крайней мере, отпор. У нас все для этого, как говорится, есть. Первые противники, естественно, ватные. Так, у нас с тобой 6 прилива сил и груши. Так, тихо. Главное, чтобы игра не вылетела и ничего, какого-нибудь косяка не было. Так, это у нас... Кто? Это у нас тройной удар. Так, кусаем и добиваем. Ну что, переходим на вторую волну. Здесь опять то же самое. Так, громорог пока постоит, мы займемся вот этим вот ужасным чудовищем, или как его там величать. Так, сразу понижаем ему броню, чтобы быстрее его разобрать. Отлично. Так, и остается громорог. Нам пока тут ничего не надо, не хиляться. Так что все оставляем как есть. Укус. Нет, не добили. Я думал, что мы его сможем уничтожить. Но вот как, понизил еще мне, да, атаку. Так, ну здесь то же самое все. Поэтому начинаем опять же с этого. Сразу же понижаем защиту. Но здесь уже не укусим, как говорится, не уничтожим его с одного укуса. Может быть, хилочку, конечно, сейчас активировать. Да, наверное, надо хилку активировать, чтобы немножко восстановить себе здоровье. Давай сделаем. Так, и добиваем. Нормально. Так, ну уже, как ты видишь, 3 противника. Начнем с него, потом водореза. Я думаю, что это эффективнее всего будет. Поехали. Раз, два, раз, два. Так, наверное, сделаем понижение сразу же. Укус. Что он сейчас будет делать? Он все-таки огнем пылает. Угу. Ну, ты сам понимаешь, да? Нам нужно будет сейчас хильнуться еще. В обязательном порядке. Вот так вот. Но водорез сейчас... Я думал, что он сделает понижение брони. Но ничего такого не было. Ну что ты, громорог? Баф. Баф вешает. Но это слишком поздно. Это слишком поздно. Так, удар, укус. Сейчас он тут выпендрится, естественно. И добивка, по идее, должна быть. Ребят, предпоследняя волна. Вон они уже какие здесь здоровые, а. Жлобы выросли. Так, 2 атаки сюда. Опять же понижаем, потому что ты видел, на что он гораст. Он жгет пламенем, причем довольно неплохо. Поэтому в наших интересах его как можно быстрее уничтожить. Сейчас по любасику нам нужно будет сделать отхил. После того, как громорог вражеский сходит, мы сделаем атаку вот сюда. Плюс сделаем отхил. И ждем удара от... Блин, плохо. Плохой удар, ребят, плохой удар. Очень плохой. Придется сделать вот так. Не хотел я, конечно, грушу тратить. Но я почему-то подумал, что этот охламон нас все-таки сможет уничтожить. Не буду я так делать. Давай вот так вот, наверное, уничтожим. Ну, а громорога просто будем с тобой кусать. Кусать налево и направо, да?
Так, поехали. И добивка. И последняя волна. Все то же самое. Только уже громорог большой, а остальные все маленькие. Так, и этот поживучий как-то будет у нас. Посмотри, насколько он живучий, сколько у него хпшек. Ха. Неспроста. И этот сейчас будет жарить пламенем. И опять же все-таки в нашего барсика. Промахнулся, и слава богу. Так, нам хватит с тобой? Хватит. Водорез сейчас... Пускай туда бомбит лучше. Это последняя волна, так что здесь можно и потерять, как говорится, одного бойца. Ничего страшного не будет, конечно, желательно вообще не терять никого. Но я в плане того, что не будем здесь ничего с тобой тратить. Никакие ни груши, ни прилив сил. Будем драться до последнего. Ну что ты там, громорог? Я знаю, что ты можешь поставить на себя защиту в любую секунду, но вряд ли ты успеешь. Все. Ну что, друзья мои, первая, как говорится, атака пройдена. Крутим колесо и смотрим. А выпадает нам? Да ладно, плод мудрости. Вау. Это, кстати, хорошо, это круто. Так, и мы с тобой забираем пак. Содержит элитных. Угу, громоль, древоруб, кревет, дымодышащий, шепот смерти и кривоклык. Так, ребята, идем на следующий поединок. После него, кстати, мы заберем с собой аж целых два приза. Это будет 300 листочков и 300 рун. Это шикарно. Но вот то, что здесь шепот смерти первым идет, вот это далеко не круто. Это очень не круто, потому что, блин, ну, ему достаточно трех энергий, чтобы применить ульту. И мы, насколько знаем, ульта у него, согласись, очень даже мощная. Это просто здесь он разбирается с полтыка. А этот тоже подхалим еще тот. Это же он понижает броню, да? По-моему, он. Обалдеть. Вот что он делает. Он делает гипноз, друзья мои. Так, ладно, вторая волна. Все равно шепот смерти будем бомбить. Поехали. Так. Мы его уничтожим. Ну а теперь этого пройдоху мелкого. Погнали. Звезданем. И, да, наверное, будем добивать его. Все. Переходим на третью волну. И все то же самое. На четвертой, по-моему, прибавляется еще один дракон. Но это сейчас понижает опять же нам, да? Ага, нет, он все-таки решил просто укусить. Допустим. Я жду просто, ребята, развязки всей этой истории. И я знаю, что сейчас будет трэш. После вот этой волны. Ёк-макарёк, ну дали такого, а? Еще одного поганца. То есть теперь он будет быстрее копить, естественно, энергию. Нам лучше хильнуться здесь. Поверь мне, лучше хильнуться. Надо было, наверное, хиляться после все-таки. Ай-яй-яй, кривоклык, наверное, да. Фу, как же нам повезло, а. Нам повезло, что он промахнулся. Есть. Так, здесь ушатали. Поехали дальше, хиляемся. Просто мне нужно кривоклыка своего сохранить. А этот гаденыш его бомбит. Так, что он сейчас сделает? Укусит? Нет, он фаербол. Так, ну это тебе не поможет, парень, так что извиняй. А мне-то, блин, поможет? Вот-вот, вопрос такой интересный. Он уже понижает броню. А у нас уже была пониженная броня, поэтому он смог его снести. Твою налево, еще больше он стал. 16 уровня. К тому же ходит первым. Сразу понижаем броню тогда ему, нафиг. Этот еще подхалим там прыгает. Ох, ё-моё. Супер удар. Ждем, ребята, супер атака сейчас будет. Надо же.
Он не сделал. Может быть, они здесь не могут делать суператаки, а? Фиг его знает, ребят. Не буду наговаривать, потому что я точно в этом не уверен. Волна предпоследняя, да? Ай-яй-яй. Так. Я даже не знаю, что делать. Хотя, почему не знаю? Знаю я, что делать. Вот что мы с тобой сделаем. Вот так вот. Пускай он жарит своего. А мы уже займемся этим. Гавриком, да? Как говорится, спокойно уже. Не торопясь. И заодно еще и хильнем сейчас. Окей. Блин, не успели хильнуться. Ладно, фиг с ним. Ну что, это у нас последняя волна. Приготовиться, как говорится. Раз, два. Тут хил. Да чтоб тебя, понизил мне. И этот сейчас будет кусать Барсика. Они все против Барсика, ребят. И этот еще. 100% сюда бомбанет. Нет. Он не стал бить. Значит, мы с тобой сделаем вот так. Пониженная броня. Это сейчас сюда же все равно, да? Нет, почему-то он пошел всем понижать броню. Для чего? Чтобы этот гаденыш понял. Удаляем. Понижаем. И уничтожаем. Ха-ха-ха. Ну что? Трупоед мягкоголовый. Доигрался? Вот так вот будешь знать. Ну что же, это будет у нас вторая, ребят, победа. И очень даже круто. Отлично. Крутим колесо, и выпадает нам с тобой 175 миллионов древесины. Вот так. Ну что же, забираем с тобой листья. Забираем с тобой руны. Опавшие листья. Забираем с тобой 150 рун. И последний у нас с тобой поединок. Поехали. И в конце уже, как ты видишь, будет валяться пак. А что в этом паке, мне уже самому интересно узнать. Что? Шепот смерти и тройной удар. Замечательная композиция получается у нас тут. Ну-ка. Хорошо, здесь пока не слабенький. Можно, как говорится, да, побаловать себя вот дальше. Делаю укус. Мы уклонились, да, получается. Так, ну что, добили. Ну, ничего не меняется. Продолжаем бомбить, как и бомбили. Сюда. Воу. Сразу двух ударов было достаточно, чтобы снести его. Так, теперь этим пройдохой занимаемся. Не? Как лучше это сделать? Ну, давай так, наверное, бомбанем. Все равно энергии мало, он ничего здесь не сможет сделать. Третья волна. Все то же самое. Поехали. Раз, два. Надо будет хильнуться чуть-чуть. Угу. Этого уничтожаем. А в плане он опять ходит. А, нет. Я уж подумал, он опять ходит. Думаю, что за чушь собачья. Так, ну вот сейчас, да, он сходит. Сюда. И добиваем. Четвертая волна. Кто там прибавляется? А, у него два тройных удара. Как лучше тут? Наверное, вот так вот все-таки. Здесь, я думаю, мы перетерпим. Промахнулся. А ты что? Тоже промахнешься? Нет, ты попал. Так, давай, наверное... Давай вот этого 14 уровня ушатаем с тобой. И потом 16 просто шлепнем, да и все.
укуса. Неплохо, я тебе скажу. Очень даже неплохо. Прям сюда. Ну и хиляемся, да? Гнуться нам обязательно нужно. Фига ты, влупил. Что-то я не видел, чтобы ты так офигенно бомбил. Так, хинуться еще успеем, успеем. Блин, добивку не успеем сделать. Все равно он успел выстрелить. Все, ребят, мы его похоронили. И последний, а нет, это предпоследний волна. Что это я вперед, батьки-то, в пекло? Я думал, что уже последний обрадовался. Нет, еще это, и после нее еще одна волна будет. Так, раз, что он... Блин. Вот это, конечно, бесит, когда у нас пониженная броня. И вот этот охламон, он сейчас будет кусать сюда, скорее всего. Естественно. Оу, нет. Трындец. Вот мы и в меньшинстве. И это на предпоследней-то волне, ребята. Тих. Зашибись. И это на предпоследней волне. Давай, кусай своего куриша. В плане, я не понял. Вы... Надеюсь, ты не добьешь мне барсика? Не добил, но все равно мало чего приятного, согласись. Как нам теперь хильнуться? У нас нет массового хила. Мне кажется, здесь мы с тобой профукаем. Или переигрывать надо, или еще что-то. Ну, как ты тут представляешь? Ну, давай сделаем так. И что, и укус? Надо будет грушу сделать. И добиваем. Ну, и смотрим, кто у нас тут последний враг. Угу. Сейчас посмотрим, как тут будут разворачиваться дела у нас. Кто у них там будет ходить? Вот этот, да, получается? Мы сделаем на него специально слепоту. Пш, умоляет, что за... Ну, пыхтит там. Сейчас кого-нибудь с тобой ушатаем по-быренькому, хотя бы одного. Главное, чтобы не сфейлиться только. Угу. Тихо. Давай без суперударов своих-то, пожалуйста. Так, стопэ. Нам надо еще грушу применить. Давай ударим сюда. Сейчас будет суперудар, скорее всего, ребят. У них очень... А, нет, пока нет. Кого он добивает? Добивай вот этого, пожалуйста. Есть, красавчик. Сейчас есть неплохой шанс, что вот этот вот нам очень круто, ребята, поможет. Упс, а как теперь мне быть? Нет, у нас же... Стоп. Оу, щет, ну, не кританул, все, крышка. И вот теперь как, скажи мне, здесь... А-а, мой барсик против него вряд ли вытянет. Ну, ускорение я поставил, ой. Не-а, не получится, ребят. Не получится. Он меня просто уничтожит, и все. Пришлось, друзья, пришлось. Другого варианта, ну, просто не было, ребят. Все, я не хотел просто проигрывать, здесь уже пошел на принцип. Да. 300 рун, коту под хвост, блин. Ладно, фиксим, ребят.
Накопим, надеюсь, когда-нибудь. Когда-нибудь нам фартанет. Нам за все воздастся. Ну что, крутим и смотрим. 125 миллионов рыбы, да? Понятно. Ну и забираем с тобой тот самый замечательный пак, в котором я не знаю, что находится, если честно. Сейчас посмотрим. Он нам прилетел на почту, говорят. Вот он. И что это? Это осенний рассвет набор. Необычный шлем. Одно железо. Эпическая заколочка. 200 миллионов древесины. И хвостояр. А хвостояр это был у меня или это новинка? Это был у нас, поэтому мы его отпускаем. За 20 миллионов рыбы. Да. Все. Вот так вот. Выпал нам хвостояр, который у меня был. Но зато получаем с тобой 30 листочков. Итого, итого, ребят, у нас листьев. Ну, почти 3000. Нам нужно еще 5. 5000, ребят, где-то надыбать. Но ты не забывай, что у нас еще будет одно событие через 3 часа. Но сегодня я, конечно, не успею его поиграть. Завтра мы уже глянем. Я буду надеяться, что листья будут там. Потому что мы сейчас акцент именно на листочки делаем. Потому что в прошлый раз мы с тобой сфейлились с эпическим драконом. Мы просто упустили шанс. И нам немножко буквально не хватило. Но я никак не мог поменять, как говорится, в лучшую сторону расклад. И вместо одного легендарного взял два эпических. Ну что, друзья мои, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!